Банде Гуру Пададандам Бхакти Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджана Самаюктам Бинданам Манухарам Ванчакалпатару Вашаги Пасинду Бевача Атитананг Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунг Лангхайтигирам Ятки Патаманг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсиде Бхипьявай Кешвашача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тату Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патраша Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодваринья Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Вита Тихам Панутапал Бхавад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Висваруджи Такима Бигаводу Швадарси Пурунану Рагура Сусагура Сарамурти Сарадикамай Кадам Курси Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka bodhato, Sankirtanu kapitaro kamalaya taksho, Vishambaru dijavaru yugadharma palo, Bande jagat priyakaru, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитям Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапухарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Бхаги Саджасва Бадане Лакшмир Джасвача Бхакшаси Джасьясти Хиде Самбихи Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Джасьясти бхактир бхагавати акинчана сарвагуна истатра сумасати сураха Хару абхакта шакуто махадгуна Манурадхина асато дхавато ви Джасьясти бхактир бхагавати акинчана Сарвагуна истатра шама шати сура
Haro avakta shakuto mahadguna manorathena sato dhavato. Gaurya Goshtipati, Gaurya Goshtipati, Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, для того, чтобы по-настоящему следовать Махапрабху, качество проповедника заключается в полном следовании Махапрабху. Шрила Прабхупада сказал, что если мы способны принять все идеал поведения, который являет нам Махапрабху, это указывает на подлинность проповедника. Он объясняет, что если мы сами не утвердимся в следовании Махапрабху, мы не можем проповедовать. А если мы будем проповедовать, несмотря на нашу квалификацию, мы разрушим себя и разрушим тех, кто слушает нас. Пострадаю те, кто слушает меня, и сам я. В Чайтанья-чаритамрите на этот счет есть очень ясное заключение. Махапрабху утверждает, Бхакти Правартан, чтобы проповедовать Бхакти, необходима милость Кришны. Если вы не получите ее в полной степени, вы не сможете этого делать. Кришна Шакти означает Сваруп Шакти, потому что Кришна и Сваруп Шакти не отличны друг от друга. И Сваруп Шакти в этом стихе означает Бхакти Шакти, то есть Бхакти Деви. Таким образом, Господь и Кришна и Бхакти Деви не отличны друг от друга. И в этой шлоке речь идет о Бхакти Деви. И говорится, что без Бхакти проповедовать невозможно. В Вайпуране есть одна шлока, которая описывает качество проповедника. Swayam acharati jasmat acharyo steno kirtita. Acharyo, this word mean, acharyo, this word mean, is doing acharan. Acharya — это тот, кто поддерживает acharan. Different kind of rules and regulation given, I mean, the instruction. Тот, кто в точности следует всем правилам и предписаниям. Тот, кто прежде всего применяет, направляет на себя все правила и предписания. То есть первый вопрос, следую ли я сам тому, о чем говорю? Если я следую всем наставлениям шастр, если я применил их в своей собственной жизни, в таком случае я смогу помочь другим, помочь им принять эту сиддханту. А если преданный следует сам, но другим не помогает, его нельзя назвать ачарьей. Потому что ачарья помогает обрести другим бхакти. Итак, ачарья — это тот, кто прежде всего
применил к себе все правила и предписания, он сам в совершенстве следует им. А во-вторых, он помогает другим установиться в следовании и обрести бхакти. Как это делал Махапрабху? Он следовал сам, и в то же время он наделял бхакти других. Почитайте читание Бхагаватам и читание Чаритамриту, вы увидите, что куда бы он ни шел, в Бангладеш, в Южную Индию, он всегда говорил о садья садана татве и указывал людям, что вы сможете обрести все при помощи санкиртаны. При помощи самбанда абидея прайоджана, то есть самбанда абидея прайоджана. Наша садья садна татва. Если у меня нет яркой концепции, яркого представления этого, если у меня нет веры в Бхагавана и что делать, как я могу помочь другим? Поэтому Прабхупад и говорил, что мы не можем получить ответ Бхагавана, он не вступает во взаимодействие с нами лишь потому, что у нас нет веры в Него. Мы не получаем Его милости из-за отсутствия веры в Него. Возможно, она, может быть, и есть у нас, но на 50%, у кого-то на 70%, но полностью мы не полагаемся на Бхагавана. Кто может на 100% предаться Бхагавану? Даже саньяси не всегда способны на это. Они могут говорить, но когда доходит до дела, это не совсем так. Кави Карнапур, сын нашего Шивананда Сена, написал огромную книгу «Чайтанья Чандра Махатмья». И там он описывает настроение Махапрабху. После того, как он принял саньясу, он покинул дом. Люди спрашивали у него, куда же ты отправишься, где ты будешь жить, как ты будешь поддерживать свою жизнь. Махапрабху отвечал, я бросаюсь в океан Кришны, Ананда моя Кришна. Кришна полон Ананды, полон трансцендентного блаженства, и я бросаюсь в него, в эту Шьямарасу, Шьямарасу Кришны. И когда ты бросаешься в этот океан, тебе совершенно все равно, что будет в будущем, что в настоящем. Поэтому меня не интересуют вопросы, касаемые моего будущего. Я пойду туда, куда понесет меня течением. И таким ответом Махапрабху преподносит нам урок, который заключается в объяснении подлинного значения саньясы. Принять саньясу означает полностью предаться лотосным стопам Кришны. Когда мы получаем дикшу, мы предаемся лотосным стопам Гурудева. Хоть, может быть, и только внешне. Когда саньяса — это когда мы предадимся Господу, все, что принадлежит нам, нашу речь, наш ум, все, чем мы владеем, мы отдаем Кришне. Вот это и есть настоящая саньяса, но мало кто следует этому. В
В Ваяпуране сказано, приведены два критерия, кто есть ачарья. Он обладает бхакти сам, он следует всему сам и делится бхакти с другими, помогает другим установиться в следовании правильным предписаниям. И на самом деле все шастры говорят одно и то же, что не обретя Кришна Шакти, проповедовать невозможно. Сегодня я начал с очень важной шлоки. Мне говорится о том, кто обретет акинчана бхакти. Акинчана бхакти означает ниргуна бхакти. Ниргуна означает айкантика бхакти. Это синоним. Они указывают на отсутствие материальных качеств, таких как саттва, тама и кама гуна. Раджа-гуна. Когда человек обретает такого вида бхакти, все полубоги начинают помогать ему, поддерживать. А те, кто преданными не являются, у кого нет бхакти, не обладают хорошими качествами, по-настоящему хорошими. Если они, у них есть какие-то хорошие качества, возможно, они присутствуют в них, тем не менее, они материальны, они не находятся в категории апракрита, трансцендент, не относятся к трансцендентным. Поэтому мы не можем сравнивать трансцендентные качества гуру и вайшнавов с качествами материалистов, возможно, с хорошими качествами материальных людей. Потому что трансцендентные качества не могут проявиться в материалисте. Шримад Бхагаватам Махапуране Бхагаван Шри Кришна говорит Уддаве важную вещь. Тот, кто принял отреченный образ жизни, все полубоги прежде всего восстают против такого человека. Они чинят проблемы и препятствия на пути такого преданного, не давая ему совершать бхакти. Они предстают перед ним в различных образах майи, как лабха, пуджа, пратиштха, как женщина или мужчина. Они всячески стараются сделать так, чтобы этот человек пал. Об этом говорит сам Кришна. Прежде всего, все полубоги восстают против того, кто принимает отреченный образ жизни. Они делают все возможное, чтобы такой человек не смог совершать хари-бхакти. Но когда они поймут, что такой преданный обладает бесконечной любовью к лотосным стопам Гурудева, если они увидят, что такой преданный считает, что Гурудев — его сердце и душа, такой преданный осознает, что Гурудев не отличен от Бхагавана, тогда все проблемы закончатся. Проблемы, препятствия, испытания, которые посылают полубоги. Evam guru pashanaika bhaktya
vidya kutareno sitena dhiro vibhrishya jiva sayamayam apramatto sangrishya atmana matho tayyas. That is the final sloka. Anyway, so in Bhagavan Sri Krishna speaking, all demigods can first of all can go against you. Be careful. They cannot allow you to. Но Бхагаван Шри Кришна предупреждает, что вначале полубоги препятствуют преданному, ставшему на отрешенный образ жизни. Даже в процессе совершения парикрамы полубоги порой создают разные препятствия. Итак, бессмысленно искать хорошие качества в тех, кто преданными не являются. Также происходит так, что мы совершаем баджан. Мы еще не достигли успеха, тем не менее мы стараемся. И в таком мы можем видеть недостатки в Гурудеве в процессе нашего баджана. Что же говорить о других, о материалистах? Мы видим недостатки. Видим, что у Гурудева не хватает какого-то из качеств. Гурудев говорит строго, нет у него мягкости. Он гневается. Как это возможно? Как это совместимо с вайшнавом? Как может быть вайшнаве гнев? А вот тот саду, он очень добрый, очень добрый, постоянно подкармливает меня просадом. Что я пытаюсь сказать? Качества, которые находятся в вас, материальные, они не трансцендентные. Соответственно, мы не можем видеть трансцендентные качества Гурудева. Мы выискиваем недостатки. Но не нужно сомневаться, что ему присущи все благие качества. Хоть, может быть, мы не можем сейчас разглядеть его милость, но из-за того, что мы слепы сейчас, на данный момент, мы не можем разглядеть его милость. Все, на самом деле, зависит от нас. Видим мы благие качества в нашем Гурудеве или нет. Возможно, ваших самскар недостаточно, чтобы увидеть это качество в вашем духовном учителе. Может быть, вы видите только те качества, которые вам нравятся. Вы видите то, что вам хочется видеть. То есть, естественным образом, если вы полагаетесь на свой материальный ум, вы видите то, что вам нравится, и не видите... И вам кажется, что у Гурудева есть недостатки. Безусловно, может случиться так, что вы можете видеть недостаток, к примеру, мягкости в своем духовном учителе. Но это совершенно не означает, что у него этого качества нет. Just like in Chaitanya Charitamrita is written, Pisachi paile jatha mochi channa hai, Maya vadda jiver hai sahi bhavata hai. Этот стих из Чайтаньи Чаритамриты, в котором говорится, когда в человека вселяется привидение, дух, если сознание высокое, достаточно высокое, дух не может влиять на такого человека, потому что привидение, дух вселяется только в того, у кого сознание низко. Оно все время выискивает тех, у кого низкие стандарты, низкий уровень чистоты, низкий уровень сознания. На самом деле, чистота и сознание — это прям пропорциональные вещи. Когда дух видит, привидение видит, что чистота не поддерживается, уровень сознания низок, и именно к таким людям и приходят духи, вселяются в них. То есть, когда происходит это вселение духа в человека, он накрывает
сознание этого человека. Если оно низкое, то происходит просто, дух может это сделать. Но если сознание высоко, у него ничего не получится. Так дух вселяется и начинает, он покрывает сознание и начинает действовать из вашего тела, то есть делать все, что ему заблагорассудится, что ему вздумается. Мы знаем очень много подобных случаев. Знали, я сам видел во Вриндаване, как опасные духи, даже мне духи бросали вызов, привидения. И в этой шлоке Кришна Кавираджа Госвами говорит, что на самом деле все мы находимся под влиянием духов, привидений. Но на самом деле мы можем это осознавать или нет, но имеется в виду, Майя Деви покрывает наше сознание так, что мы действуем как сумасшедшие. Мы не следуем гуру и вайшнавам. Потому что Майя Деви, как дух, руководит человеком, и он ведет себя не в соответствии со своими желаниями. Так и Майя накрывает человека так, что он действует как сумасшедший. То есть мы все равно, что одержимые духами. Майя Деви контролирует нас. Мы находимся под ее руководством. И все делаем под ее влиянием. Так Майя, Пишачи, Майя, ведьма Майя вечно толкает нас на неправильные поступки. И она постоянно покрывает наше сознание. И мы начинаем чувствовать привязанность к своим детям, к жене, мужу. Она толкает нас в разные направления этого мира. То есть имеется в виду, что она чинит, всячески чинит проблемы. Хари Баджан практически невозможен в таком состоянии. Итак, сегодня день ухода Шрилы Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа. Чуть позже я... Итак, он великий преданный. Я расскажу лишь некоторые моменты, чтобы вы осознали его славу. Когда он был совсем маленьким, 8-7 лет от роду, он пришел к Шриле Прабхупаде. И с того момента он жил в Мадхе и исполнял наставления гуру и вайшнавов. Порой нам кажется, что это невозможно, потому что гуру и вайшнавы дают столько наставлений. Лучше просто жить в Мадхе, чуть-чуть совершать служение. Но не следует гуру вайшнавам полностью. Но в таком случае успеха не достичь. Он учился здесь, в институте Бхактивинода, и жил в Мадхе. Он очень быстро запоминал все, о чем говорили учителя, и в храме он совершал весь день служения, все оставшееся время он совершал служение. И не делал домашнего задания, потому что он все автоматически запоминал на уроках. Весь день он совершал служение вайшнавам. Какая у него была исключительная память. Невозможно описать его привязанность к вайшнавам в трех словах. Он был в полной анугатии.
Порой мы находим, что один вайшнав очень могущественный, а его духовный брат не обладает такой силой. Почему? Потому что есть разница в анугатье. Если вы почитаете жизнеописание того, кто стобея, его анугатья несовершенна, потому что вся анугатья, вся могущество приходит через анугатью, через канал от Гуру Варги. Я сам очевидец, свидетель этого. По милости Гири Махараджа, Сагар Махараджа, Наяннандас Бабы, Бхактивалаба Тиртхи Госвами Махараджа, Барати Махарадж, Шрила Санты Госвами Махараджа. Благодаря их благословениям я вдохновлен. Если недостаточно анугатии, если присутствует лицемерие, силы быть не может, энергии быть не может. Это потому что вайшнава — единственный канал. И Бхарати Госвами Махарадж говорит то же самое. Я всю жизнь занимался вайшнава-севой. И благодаря этому я чувствовал вдохновение. Но люди думают, что можно запомнить какие-то шастры, а потом начинать рассказывать их. Но анугатия — настолько сокровенная вещь. Подлинная анугатия — это не механическая вещь. Это желание осознать стремления Гурудева и воплотить их. Я предаю все, все, что у меня есть. Даже свое собственное тело я отдаю тебе. Я твоя собака. Я отдаю тебе все, о Прабху. Все, что у меня есть. Ты мой господин, а я твоя собака. Пожалуйста, считай так. И такое настроение показывает, что у ученика нет никаких корыстных интересов. Он лишь желает блага, желает исполнить желание своего духовного учителя, Господа. Я могу привести пару примеров, с помощью которых вы сможете осознать, какова сила Гуру Крипы. Если человек получает настоящую милость, он в его сердце огонь. Вспомните случай с Курешем. Я очень часто привожу его в пример. Он был готов отдать все свое тело, все свое тело на служение Гурудеву. А наш Кешава Госвами Махарадж, он также был готов расстаться с жизнью ради служения Прабхупаде. Наш Винода, Кешава Госвами Махарадж, он одел одежды Прабхупады, когда Прабхупада хотели убить. И точно так же Куреш. Он переоделся в одежды Рамануджа Ачарья. И те, кто хотели убить Рамануджа Ачарья, схватили Куреша, хотели выколоть ему глаза. Но он не отступал. Куреш несравненен. Это идеал ученика. Точно так же Кешава Госвами Махарадж. Его совершенно не заботило, что его совершенно не волновало, что ему придется умереть за Гурудева. Он был готов на все. Итак, пара примеров о том, о милости Гуру. Рамануджа Ачарья и его духовный брат стали служить Гурудеву. К
сожалению, я забыл, как его зовут, второго ученика. Однажды произошла следующая лила. Рамануджа-ачарья увидел, как его духовный брат стелит Гурудеву постель. И сам ложится на эту кровать. То есть он ее постелил, ложится, а потом слазит и говорит: «Гурудев, просто ложитесь». Когда Рамануджа-ачарья увидел, ему показалось это возмутительным. Это же кровать Гурудева, нельзя даже прикоснуться к ней. То есть, ну, имеется в виду, что ни в коем случае нельзя там сидеть или тем более лежать, это оскорбительно. В то время Рамануджа-ачарья был еще юн. Его ачарья-лила началась позже. И это происходило каждый день. И Рамануджа-ачарья однажды сказал своему Гурудеву, что происходит. Он ложится на вашу кровать, катается по ней, а потом слазит. Гурудев подозвал этого ученика и говорит: «Ты мне каждый день стелишь постель, так?» «Да». «И ты что, там сам спишь?» «Да, я ложусь на нее». «Ты что, не знал, что это оскорбление?» «Это огромное оскорбление, страшное оскорбление». «Да, я знаю». «Но зачем-то ты это делаешь?» «Если я готов отправиться в ад, но я должен быть уверен, достаточно ли мягка постель для вас. Может быть, там какие-то... Не совсем она хороша для того, чтобы вы на ней спали». И Гурудев был очень счастлив услышать его ответ. Следующий пример с Говиндой. Я уже рассказывал о том, как он перешагнул через Махапрабху, который спал в дверном проходе. Но он сделал это ради служения Махапрабху, но обратно он не выходил. И когда Махапрабху спросил: «Ты почему тут сидишь, почему не идешь?» Он сказал: «Как я могу выйти, ведь ты тут спишь». А Махапрабху ответил: «Как заходил, так и выходи, в чем проблема?» Но Говинда ответил: «Если я пришел сюда для того, чтобы массировать твои лотосные стопы, для того, чтобы послужить тебе ради своих абсолютных интересов. А выйти отсюда мне нужно для того, чтобы ради служения себе, ради своих интересов». Рамануджа-ачарья получил особую мантру. Его Гурудев сказал: «Никому не говори ее. Никому не говори». Но как только он вышел из комнаты Гурудева, в собрании 74 людей он произнес эту мантру. Узнав об этом, Гурудев разгневался. «Ты пренебрег моими наставлениями. Я же сказал тебе никому ее не говорить. Ты же в ад отправишься. Ты отправишься в ад». Но Рамануджа-ачарья ответил: «Я крошечная, незначительное творение. Если я отправлюсь в ад, это не такая уж большая проблема, потому что если 74 человека, которые услышали эту мантру, получат освобождение, я могу и пострадать, я могу пойти в ад». Тогда Гурудев осознал, насколько велико сердце Рамануджа-ачарья. Он был очень доволен учеником. То же самое говорит Прабхупад, что он ради проповеди читания Вани готов снизойти до любого уровня, готов спуститься до любого уровня. Люди могут критиковать меня, говорит Прабхупад, могут подвергать меня нападкам. Тем не менее, я готов ради проповеди читания Вани отправиться в ад. Такова гуру-сева.
Мы не готовы что-то пожертвовать свое сердце, что-то пожертвовать материальным умом, телом. Все это мы оставляем для себя. Но как же нам обрести Кришну? Если мы полностью не предадимся Кришне, Он не ответит нам. Следующий пример. Один ученик Шанкарачарьи. В этой шлоке Шанкарачарья пишет, санскритская грамматика не спасет меня. Только Говинда может спасти меня, если я буду поклоняться Говинде. Все думают, что Шанкарачарья Майяваде. Да, он действительно вынужден был проповедовать Майяваду, тем не менее он был вайшнавом. В шастрах сказано «Шанкараха Сакшат». То есть в переводе это означает, что сам Бхагаван пришел в облике Шанкарачарьи. Шанкарачарья давал класс ежедневно утром. Но однажды его ученик ушел стирать его одежду своего духовного учителя в лес. Ученики Шанкарачарья уже были готовы слушать урок, но Шанкарачарья не начинал. Кто-то из учеников сказал: «Гурудев, пожалуйста, начинайте, чего мы ждем?» Но Гурудев отвечал: «Пусть придет Падьяпад». Он пошел стирать мои одежды, он вернется, и мы начнем. Но кто-то из учеников сказал: «Падьяпад абсолютно неграмотен. Вы же рассказываете о Веданте, он же спать будет. Зачем ждать его?» Абсолютно без разницы, присутствует он тут или его нет. Но Шанкарачарья ничего не ответил. Он понял, что ученики говорят так под влиянием ложного эго. Он хотел явить превосходство Падьяпада. Итак, тот постирал вещи, пришел на урок и как ветер, то есть со скоростью ветра, процитировал все шлоки, которые учитель рассказывал на прошлом уроке. Остальные ученики поразились. Он же был неграмотный. А теперь он настолько учен. Это доказывает, что для подлинного севака, слуги гуру, Гурупада Падмы, садгуру, нет ничего невозможного. Он может победить весь мир. Сделать невозможное. Парикрама is very good
Парикрама хороша, если у вас есть самбандха гьяна, если вы развиваете ее, тогда вы что-то почувствуете. Если есть самбандха гьяна, вы получили дикшу и предались, тогда вы сможете осознать все, что связано с парикрамой, когда вы будете приходить в священные места. Самбандха гьяна необходима. Помимо этого, Бхактивинода Тхакур пишет в киртане: «Самбандха джанина, осознав мои взаимоотношения с Гуру, Бхагаваном, Майей, мы сможем по-настоящему совершать парикраму, когда это осознание придет к нам. А в противном случае мы будем только мучиться от палящего солнца, отсутствия просада. Таким образом, необходимо подготовить себя к парикраме. Конечно же, мы не можем сделать это собственными усилиями. В этом вопросе необходимо положиться на гуру и вайшнава. Итак, храм Бхутешвара. Там можно остановиться на ночь. Я оставался на ночь там. Тогда в 3-4 часа утром, рано утром, то есть храм Бхутешвар находится рядом с храмом Кришна Баларама. То есть в прошлый день можно, я проводил пуджу Бхутешвар Махадеву, а на следующий день отправлялся совершать парикраму. Нанди я поклонялся и также просил благословений и начинал свою парикраму. Шел в Мадхуван. Но на самом деле необходимо руководство, в противном случае вы не найдете эти места. Может быть, нужно пройти 10-12 километров, но если дорогу не знаете, то придется накрутить гораздо больше кругов. То есть необходимо какое-то руководство, чтобы вы четко знали путь. Я обычно прошу благословения у Бхутешвара Махадевы, прошу разрешения совершить парикраму и иду без всяких разговоров. Материальные разговоры запрещены во время парикрамы. Киртан — хорошо, но большинство людей, 99,9%, совершают парикраму и болтают, обсуждают материальные вещи. Выйдите на парикрамную дорогу, вы увидите. Они просто идут, разговаривают. Но это не соответствует правилам парикрамы. Парикрама означает сосредоточить свой ум на дхаме, на лотосных стопах дхамы. Дхама означает Нитьянанда или Баларам. Если мы будем говорить, обсуждать всякую ерунду, то мы не обретем силы от парикрамы. Силам прийти может несравненное. Но если вы будете следовать правилам и предписаниям, а не делать то, что вам вздумается. Также во время парикрамы хорошо повторять харинам. Я обычно ходила вот с этой дандой. Она совершила со мной много парикрам. Данда — очевидец. Я носил с собой данду, емкость для воды. Какую-то подстилку, на которой я спал, и какую-то емкость для пищи. И больше ничего. Гамча на голове.
как сейчас тюрбан накрученный. Этого достаточно. И идти нужно с полной концентрацией. Медитируя на лотосные стопы Гурупада Падмы, Нитянанды Прабхупады, Бхактивинода Такура, они помогут совершить вам Дхамма Парикраму и обрести ее милость. Расстояние на самом деле большое, 10-12 километров. Дорога непроста, на ней мелкие камни, острые камни. Парикраму нельзя совершать в обуви, она бесполезна в обуви. А вся дорога усеяна острыми камнями. Но идти нужно с терпением, потому что парикрама как раз и помогает нам взращивать терпение и наделяет силой. На самом деле, мои детские привычки играть в футбол, моя детская любовь к футболу помогла мне на парикрамах. То есть я мог находиться под дождем, под солнцем палящим. Итак, мы называем это место Мадхуван, но местные люди называют иначе. Нужно знать оба названия, как называют Браджаваси это место и как называем это место мы. Тогда мы не пропустим его. Итак, мы придем в место, где Друва Махарадж на протяжении 6 месяцев совершал баджан и встретился с Бхагаваном. Посмотрите, насколько решителен и насколько сильный, и насколько высокий баджан он совершал, что получил даршан Бхагавана. Всего каких-то 6 месяцев. Но за 6 месяцев он обрел совершенство. Сколько предания, сколько любви необходимо для того, чтобы обрести то, что обрел Друва. Но на самом деле, все, что вы делаете, дает результаты. Все, что вы не делаете, говорит Бхагаван в Гите, что все, что вы делаете на духовном пути, поможет вам в следующей вашей жизни. Да может, еще и в этой жизни вы достигнете успеха, по милости Гуру и Вайшнавов, потому что все зависит от вашего самопредания, от вашей любви к Гуру и Вайшнавам. Я сейчас вас не лишаю вдохновения. Я говорю, что сейчас, в этой жизни, вы уже можете достичь совершенства, обрести нашу главную цель. Обрести сокровище. Если вы этого не сделаете, значит, вы глупцы из глупцов, если у вас не получится. У нас есть все шансы, чтобы этого достичь. Верховный Господь даровал нам их. Итак, в Мадхуване достаточно холмистая местность, так что Друва Махарадж совершал баджан на вершине холма. Там находится храм, где Друва Махарадж совершал свой баджан. Там божество Нараяны с 4 рукой. Если вы захотите остаться там на какое-то время, потому что это очень могущественное место, там Друва Махарадж совершал баджан. Я также оставался там, сидел в уединенном месте. Около храма есть веранда, с которой открывается вид на весь Мадхуван. И там я сидел и повторял харинам, закрыв глаза. Chapati, I mean, prasadam, you have to move because those pujari
Чапати там, то есть какого-то просада там вряд ли можно будет дождаться, потому что там просад в 12 в час, а времени на это, чтобы ждать, скорее всего, не будет, поэтому нужно идти дальше. Итак, Друва Тила, то место, где Друва совершал баджан, очень могущественно, потому что именно там Друва обрел ситхи, совершенство. Он встретился с Бхагаваном, поэтому это крайне могущественное место. Это место ситхи. Помимо этого, в шастрах сказано, что в Мадхуване постоянно находится Бхагаван. Из-за аскез Друва Махараджа, который он совершал там. Бхагаван очень любит это место. И в шастрах рассказано, что Бхагаван постоянно присутствует там. Из-за любви к своему преданному Друве. Верите вы в это или нет, но Бхагаван действительно там. Только подумайте о том, что действительно там произошло. Пятилетний мальчик, Друва, обрел даршан самого Господа. У Друвы, у Друвиного отца было две жены. Его матери была первая жена, но отец был слишком привязан ко второй жене. Первая жена жила в уединении где-то за пределами дворца. Суниты Суручи. Суниты и Суручи звали жен. Царя. Царь должен, если у него две жены, то он должен относиться к ним одинаково. В противном случае он причинит боль к той, которую он недолюбливает. И, конечно же, это неприемлемо, что первая жена живет где-то за пределами дворца, а царь живет, а вторая жена наслаждается всеми преимуществами. Но кто мог поправить царя? Тем не менее, царь был хорошим человеком. Его звали Уттанапад. Тем не менее, он совершил такую ошибку по отношению к своей первой жене. Но эта первая жена была очень мудра. Она не обвиняла мужа, она восприняла эту ситуацию как плоды своей кармы. Возможно, в прошлом я делала что-то не так, что сейчас пожинаю плоды этого. В противном случае, почему бы царь отверг меня? Она была красива, была очень хороших качеств, очень умна, но царь был слишком привязан ко второй жене. А первую жену отправил жить в сад, то есть за пределы дворца. И Друва жил с первой, со своей матерью, с первой женой своего отца.
А мачеха Друва, то есть вторая жена, была настолько низких качеств, что не позволяла Друве сидеть на коленях отца. Но Друва Махарадж имел все права сидеть на коленях своего отца. Тем не менее, та не позволяла. Ему было очень обидно от этого. Мачеха сказала, для того, чтобы сидеть на его коленях, тебе нужно родиться вновь, но уже из моего лона. Друва Махарадж был поражен. Почему он это говорит? Он заплакал и побежал к маме. Все это произошло прямо перед царем, перед Уттарападом. Он не пресек свою жену, он не отругал ее. Почему ты говоришь такие вещи сыну? Все дело было в его чрезмерной привязанности ко второй жене. Друва Махарадж был очень расстроен. Помимо всего, он был кшатрием, то есть очень решительным. Когда его мать увидела, что тот плачет, он рассказал всю историю. Мачеха прогнала меня. Что мне теперь делать? Не переживай, сынок. Возможно, в прошлом мы делали что-то плохое, именно поэтому сейчас мы пожинаем плоды. А иначе мы же не сделали ничего плохого. Я веду себя хорошо. Я не уродлива. Но почему же твой отец отверг меня? Все это плоды кармы. Она взяла на колени Друву и сказала: «Не ищи ни в ком, никого не обвиняй. Не ищи виноватых. Воспринимай все, что происходит, как плоды собственной кармы». Так или иначе, если ты обратишься к Падда Паласа Лочану, к Верховному Господу, Он разрешит все твои проблемы. Но как же мне его призвать, как взывать к нему? Ну, нужно в уединенном месте звать его. И мальчик очень серьезно воспринял эти слова, так что следующим утром, ранним утром, когда все еще спали, он убежал в лес. Он пошел в лес, чтобы отыскать там уединенное место. Когда мама утром увидела, что ее сына нет, она стала очень переживать, что с ним. Новость дошла до царя. Уттанпад также начал очень сильно переживать, куда он делся. Возможно, похоже, я совершил огромную ошибку. Может быть, он совершил самоубийство из-за того, что произошло вчера. Он стал ругать себя. Я совершил ошибку, я не должен был так себя вести. Царь перестал есть и пить. А когда Друва шел... и тут явился... Тут в королевство явился Нараджа Махарадж. Нарада Махарадж, ему не нужен ни паспорт, ни виза. Он появляется в любой момент там, где хочет. Нарада Махарадж предстал перед Уттанападой. Уттанапад удивился: «О, ты тут! Почему ты плачешь?» — спросил Нарада. «Мой сын ушел куда-то. Я не знаю, где он сейчас. Из-за того, что я такой плохой отец, из-за того, что я так плохо поступил с ним, он ушел». Да, Нарада сказал: «Не переживай, сейчас не беспокой своего сына, он в надежном месте, он под защитой. Это все, что я могу тебе сейчас сказать. Наступит момент, когда
ты все узнаешь. Потому что если бы Нарда сказал, где он, отец помешал бы Друве совершать баджан. А между тем Нарада предстал перед Друвой, чтобы проверить его. Он сказал ему: «Ты же совсем маленький, какая тебе разница, обидел тебя, оскорбил тебя отец или не оскорбил? Куда ты идешь? Кто будет кормить тебя молоком там? Кто даст тебе молока? Кто даст тебе пищу?» «Нет, я не вернусь», — с твердостью сказал Друва. «Я должен встретиться с Бхагаваном подмолоченным». «О чем ты говоришь? Муни и Риши, великие мудрецы, совершают баджан в целях, чтобы встретиться с Бхагаваном. Но как ты, маленький мальчик, сможешь достичь такого уровня, чтобы увидеть Бхагавана? Этот лес наполнен змеями, дикими животными». Но Друва был непоколебим. Сам Господь послал Нараду Друве. Он рассказал ему, что маленький сын Уттанапада идет совершать баджан, но он не знает, как его совершать. Именно поэтому Нарада и предстал перед Друвой. Он проверил его. Прежде всего, он устроил проверку, но затем он понял, что Друва непреклонен. И тогда он дал Друве дикшу. Друва подозвал он его: «Хочешь совершать баджан? Да. Тогда иди, отправляйся, прими омовение в Ямуне и возвращайся, я дам тебе мантру, потому что без мантры достичь Бхагавана невозможно». В то время там, в Мадхуване, была Ямуна, протекала Ямуна. В настоящий момент ее там уже нет. Итак, он принял омовение и вернулся. То есть в Бхагаватам четко описано, что река была там, что Ямуна была там. Нарада Махарадж дал ему мантру, сказал, как он должен ее повторять, закрыв глаза, таким образом совершать баджан, и это, в конце концов, ты встретишься с Бхагаваном. Он спросил: «Теперь я могу идти? Ты начинаешь баджан?» «Да». И Нарада пошел. Но Друва вдруг остановил его: «О, Гурудев, Гурудев, пожалуйста, ты расскажи, как выглядит Бхагаван. Ты объясни, чтобы я его узнал, а чтобы я сконцентрировался на нем, чтобы я представил его». И Нарада сказал: «Закрывай глаза». И он наделил его, даровал ему силу, даровал ему видение, описал у него четыре руки, цвет его кожи подобно молодому грозовому облаку. На нем красуются драгоценные камни. Он в точности описал Господа. Так, как будто бы создал картину, философскую картину в сердце Друвы. Конечно, это не была пустая философия. Это все это было... То есть сам Нарада описал Господа из своего сердца, он сам видел его. И тогда Друва начал совершать баджан. И он совершал настолько аскетичный баджан, что в конце концов он перестал даже дышать. Завтра мы продолжим говорить об этом. Итак, нужно помнить об этом. Ванча Калпатур Васике Басинда Бхойча, Патитан Бхабхана Бхойча, Шурна.
Завтра я расскажу о том, как Друва Махарадж совершал баржан. Очень-очень вдохновляюще. Даже перестал дышать.